полудню 3 апреля по соцсетям и мессенджерам Орска прошел слух, что во всем городе отключают воду. И действительно, во всех трех районах постепенно пересохло в кранах. Как сообщили в РВК, случилось это из-за проблем с электроснабжением на объектах водоканала. Сотрудники электросетевой организации приступили к работе практически сразу, чтобы возобновить подачу ресурса. Основные агрегаты были запущены практически через час после отключения. Но арчане, наученные горьким опытом, на всякий случай стали делать запасы. Скупали в магазинах бутылки и набирали емкости. Как у вас обстановка? У меня дома нет, конечно. Сейчас дети дома. Но вода шла ржавая, наверное, с самого утра. А сейчас у вас она есть дома? Нет, вот видите. Несу и на работу, и дома. Покупаем воду. 70 рублей, между прочим. Воды нет. Ну, потому что РВК пишет, там какая-то с электроперебоями, что ли. Проблемы. По всему городу нет воды. Вода, конечно, вернулась не сразу, так как оборудование вводили в строй постепенно, чтобы не допустить гидроудара. К концу рабочего дня Росводоканал сообщил, что давление на сетях на штатном уровне. Массовых жалоб в диспетчерскую службу нет, специалисты отрабатывают обращения точечно.